Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королева Мистики. Сегодня мы с вами будем разрезать йети снежного человека. Погнали! А перед началом этого видео я попрошу тебя подписаться на мой канал и обязательно написать комментарий, ведь самый топовый комментарий обязательно попадет в мое видео, как этот. Также не забывай поставить лайк, включить VPN, так ты мне сильно помогаешь. Ну что, друзья, в предыдущем видео, если вы смотрели, мы разрезали Бубу Экзе. Видео получилось очень страшным и мистическим. Так что, если вы его не видели, после просмотра видео про Йети снежного человека, обязательно посмотрите мое видео, где я разрезаю Бубу, а также говорящего Тома. Друзья, так как скоро, совсем скоро Новый год, напишите в комментариях, сколько же дней осталось до Нового года, мы с вами разрежем новогоднего персонажа, а именно снежного человека, который приходит только зимой вместе с проклятым снеговиком Экзе и с проклятым Дедом Морозом. Конечно же, на Новый год будут самые мистические видео, где я буду разрезать проклятого Деда Мороза Экзе, а также, возможно, призову и сыграю в экстремальные прятки со снеговиком Экзе. В общем, очень много мистического интересного ждет вас впереди. Ну а сегодня мы будем делать куклу Вуду из Йети снежного человека. Эта кукла заказана на сайте Darknet. Ребята, не побоюсь этого слова, это проклятая игрушка. Проклятая Экзе игрушка стоит очень много денег. Поэтому давайте ставим лайки, обязательно делимся этим видео, чтобы поддержать меня хоть немного в новом году. И также, друзья, не забывайте, что на моем канале есть уже серебряная кнопка. Нас уже 700 тысяч подписчиков, и нам остается совсем чуть-чуть, чтобы нас стало миллион. Поэтому, пожалуйста, нажми красную кнопку, чтобы она стала серой, и нажми на колокольчик. Так, друзья, для того, чтобы приступить к оживлению этой куклы Вуду, нам необходимо, друзья, очень много мистических артефактов, которых у меня навалом, а также необходимы мистические способности, небольшие, хотя бы какие-то капельку экстрасенсорных способностей. Итак, у нас с вами сейчас доска для вызова духов, наша любимая доска Уиджи. Сколько у меня на канале более 1000 видео, где я вызываю духов, где призраки приходят только при помощи этой доски Уиджи. Ребята, она, я вам скажу по секрету, реально рабочая. Итак, перед началом нужно создать мистическую обстановку, а именно зажечь свечи. Друзья, не повторяйте этого дома, не вызывайте духов дома, потому что это опасно. Лучше смотрите мои ролики, друзья. Я стараюсь выпускать их как можно чаще, но а в конце этого видео я обязательно расскажу один факт из своей личной жизни, так что досмотри это видео до конца. Итак, свечи мы зажгли, ребята. Проклятая игрушка, доставленная с сайта Darknet ровно в 3 часа ночи. Друзья, это было очень жутко, поэтому заказывать на сайте Darknet достаточно рискованное мероприятие, но что не сделаешь ради дорогих и любимых подписчиков Королевы Мистики. Я уже ощущаю, что внутри этой куклы Вуду есть какие-то проклятые атрибутики, которые помогут нам оживить эту проклятую игрушку. Итак, как всегда, что нам необходимо? Перед обрядом мы обязательно обливаем специальным оживляющим зельем этого Йети, снежного человека или проклятую игрушку. Друзья, я не буду говорить, что это, но думаю, вы сами понимаете, что это. Итак, сейчас я буду обливать Йети или же снежного человека этим зельем и произносить заклинание. Слушайте внимательно. Душа от тела отделись, еле вселись. Душа от тела отделись, и в Йети вселись. Душа от тела отделись, и в Йети вселись. Душа от тела отделись, и в Йети вселись. Так, заклинание мы сказали. Сейчас внутреннее содержание этой проклятой игрушки пропитано оживляющим зельем. Все, что нам осталось, это призвать проклятый дух при помощи доски для духов.
Для этого я должна настроиться. Силы неба, силы земли, помогите мне прийти. Постараемся открыть потусторонние врата. Силы неба, силы земли, постарайтесь мне открыть двери, помоги. Силы неба, силы земли, постарайтесь мне открыть двери, мне войти. Что тебе нужно? Открой двери, дай духа. Он очень опасен. Пожалуйста, помоги. Хорошо. Ребята, потусторонние врата открыты. Мы можем призывать духа проклятого Экзе. Снежный человек, Экзе, я призываю тебя, приди. Снежный человек, Экзе, я призываю тебя, приди. Снежный человек, Экзе, я призываю тебя, приди. Связь установлена. Связь. Ты здесь? Ответь мне. Йети, ты здесь? Да. Он во мне. Снежный человек, скажи мне, где ты живешь? Ты живешь на Северном полюсе? Нет. Снежный человек, ты в моем доме? Да. Хорошо. Снежный человек здесь. Я прошу тебя вселиться в эту проклятую игрушку. Я хочу, чтобы ты вселился в эту проклятую игрушку. Я хочу, чтобы ты вселился в эту проклятую игрушку. У нас получилось. Смотрите. Ладно, сейчас мы оставим скрытую камеру, и, возможно, мы увидим какие-то живые признаки от этой проклятой игрушки. И я потеряла связь с духом Йети, со снежным человеком. Но я чувствую, что он внутри. Ладно, пока оставим его здесь. Оставим рацию, если мы вдруг услышим какие-то движения или голос. А также мы оставим скрытые камеры, с помощью которых мы будем наблюдать, что он будет шевелиться, что он вообще будет делать. Ведь это офигенно интересно. А сами мы отправимся в другую комнату. Возможно, призрак стесняется и не показывает свои способности. А мне очень интересно, что же умеет снежный человек и что он будет делать в моей квартире. Пойдемте. Сейчас спрячемся в другой комнате. Кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Скорей, идем сюда. Так. Немного подождем, а пока мы ждем, на моем телефоне есть очень много мистических всяких приложений, ребята. Вы не представляете, они бывают очень разные. Поглядите, это Magic Ball, это груз, какие-то проклятые куклы, шары и так далее.
Короче, давайте попробуем сейчас детектор на призраков. Вот, смотрите, детектор. Попробуем посмотреть, есть ли в моей квартире какие-то призраки, ребята. Прямо сейчас мы запустим этот датчик духов. Так, слушай, а как он запускается? Обалдеть. Еще бы разобраться в этом приложении. Тихо. Нет. А, вот кнопка. Все, включила. Здесь есть какие-то духи. Смотрите, если будет красная, то максимально. Обычно это происходит в углах. Этот угол нормальный. Здесь духов нет. Посмотрим здесь. Этот угол. Тут тоже. Опа. Ближе к двери что-то он чувствует. Призраки за дверью. Минимум. Они наверху, на потолке, смотри. Практически максимум. Я думаю, что он плохо ощущает, но за дверью точно есть призраки. Ребята, давайте попробуем связаться при помощи рации. Так. Экзе. Йети, снежный человек, ты там? Я ничего не слышу. Экзе, прием. Снежный человек, ты там? Ничего не слышно. Ой, я уже начинаю волноваться. Давайте откроем скрытые камеры и посмотрим. Может быть, там что-то есть. Ничего не происходит. Ладно, я открываю скрытые камеры и смотрим. Так. Так, пока снежный человек Экзе на месте. Пока он на месте. О, нет! Видите? Он шевелит! Шевелит руками и ногами! О, нет, куда он идет? Ребят, он подошел к двери! Вы видите это? Реально проклятая игрушка ожила, нам нужно торопиться, чтобы она куда-нибудь не сбежала, как в прошлый раз сбежал Буба Экзе. Иначе нам опять придется отправляться на поиски. Может, вдруг, если он убежит, он может причинить вред кому-то еще. Я бы этого сильно не хотела. В этот раз мы закрыли дверь. О нет, он подходит к двери. Он открывает ключом. О, черт, он ушел. Он ушел, Дим. Йети ушел, блин, не может быть, он ушел. Офигеть, он ушел. Он ушел, как он смог открыть дверь и уйти? Блин, офигеть, просто офигеть. Блин, ну у меня нет другого мнения. Скорее всего, Йети отправился к проклятому дому мистики. У меня просто нет других предположений. Знаете, я уже подумываю, что мне нужно будет перед началом, перед тем, как вселять в эти проклятые игрушки каких-то духов, нужно ставить датчик движения, чтобы я могла отслеживать, где они. Со следующим обязательно так и сделаю. Да, сейчас мы отправимся к проклятому дому, к нам на дачу, чтобы отыскать Йети, пока он ничего не натворил, после чего я поймаю его, проведу обряд, разрежу и достану все мистические артефакты, которые находятся внутри него, чтобы уничтожить и чтобы Йети, снежный человек, никому не причинил зла, ребята. Мы отправляемся к проклятому дому из дерева. Погнали! Итак, ребята, мы приехали к дому мистики, чтобы отыскать снежного человека. А мои экстрасенсорные способности говорят мне, что он где-то здесь рядом. В прошлый раз Бубу Экзе мы нашли здесь. Но сейчас в доме из дерева, в нашем проклятом доме, ничего нет. Ребят, я не знаю, может быть, Йети отправился в лес. Давай еще, Дим, посмотрим в нашем доме. Может быть, он прячется где-то. Господи, ребят, это невозможно. Если мы его не найдем, будет очень плохо. Сюда. Йети, снежный человек, ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Я ничего не вижу. Блин, не может быть, что его здесь нет. Может быть, он отправился в проклятый лес? Его здесь нет, Дим. Черт, куда он делся? Его здесь нет. Что делать? Нужно отправляться в лес. Ребята, пойдемте посмотрим в лесу. Нам обязательно нужно его найти.
Дима, аккуратно. Снежный человек. Я чувствую, что он где-то рядом. Я видела его, Дим! Я видела в лесу. Что-то белое вот так вот проскочило. Это был он, точно был он, я тебе точно говорю. Там? Это здесь. Я вижу какое-то движение. Я чувствую какое-то движение. Это... Осторожно. Осторожно. Он где-то здесь. Ой, надо его... Я вижу его. Ребята, мы нашли снежного человека, Экзе, мы нашли Йети, и он абсолютно безопасен сейчас, потому что мы его прилепили вот так вот на скотч, и где шея, где... Посмотрите, дело в том, что почему он ускользнул, Йети не может находиться без снега, поэтому мы достали ему настоящий снег, и сейчас я вам докажу, что он живой. Ребят, посмотрите, это настоящий снег, вот он у меня в ладони, вот он тает, короче говоря, без снега снежный человек жить не может. Сейчас я вам покажу, что он действительно живой. Ребята, погодите. Так, сейчас. Ой, свет и земли, оживи. 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 Ангел свет и земли, оживи. Ангел свет и земли, оживи. Ребята! Ребята, вы видите, что происходит? Видите, как он двигается? Вы видите, что его руки настоящие, живые? Господи, я не могу это остановить. Ангел света и земли. Иди, зайди, зайди из куклы Вуды, зайди. И зайди из этой куклы Вуды. Отпусти меня в лес. Отпусти меня в лес, чертова ведьма. Чертова ведьма, отпусти меня в лес. Все, и зайди, и зайди, и зайди, и зайди. Потусторонний мир, откройся, двери отвори, душу в свой мир забери. Потусторонний мир, откройся, двери отвори, свою дикую душу в мир иной ты забери. Так, ребята, все, Йети отправился в потусторонний мир. Сейчас нам осталось только разрезать его, чтобы узнать, что же за проклятые артефакты внутри этого снежного человека Экзе. Так, все, он уже больше не живой. Где мои ножницы? Были у меня, вот они. Можно теперь освободить его. Освобождаем. Освобождаем от скотча Йети. Все, как видите, все. Он свободен. Итак, ребята, начинаем разрезать. Фух. Сейчас может палиться, знаете, их иная кровь. Я надеюсь, что все получится. Нужно проткнуть. Разрезаю тебя. Оставляю все проклятое позади. Смотрите, у него такая... прочная шея, что я не могу... А! Я проткнула его наконец-то. Разрезаем, ребята. Дим, сними поближе. Разрезаем его вдоль. Что же внутри? Какие проклятые артефакты хранятся внутри? Итак, ребята, мы разрезали снежного человека Экзе. Что же внутри? О! Мамочки мои, каждый раз я пугаюсь тому, что вижу внутри этих проклятых игрушек. Потому что может оказаться абсолютно все, что угодно. Вплоть до какой-нибудь змеи или проклятой вещи, об которую можно обрезаться. И тогда проклятие может коснуться и меня. Нужно быть очень аккуратным. Итак, давайте посмотрим, что это. Какое-то красное, похоже на сердце снежного человека. Что это такое? Это твердое, это не похоже на орган. Так, я, кажется, поняла, что это, ребята.
Это новогодняя игрушка, Витиете. Это новогоднее существо, которое приходит на Новый год и раздает подарки плохим детям, кто плохо себя вел этот год. То есть получается, что не только Гринч этим занимается. Кстати говоря, ребята, давайте закажем Гринча Экзе и сделаем тоже обряд на куклу Вуду Гринча. И попробуем его разрезать, посмотрим, что внутри Гринча. Мне кажется, это отличная идея. Если ты согласен, напиши «разрежь Гринча» или напиши другого персонажа, которого ты хочешь, чтобы я разрезала. Итак, проклятая игрушка. Что же будет, если повесить ее на Новый год на елку в 3 часа ночи? Ребята, как вам такая идея? Попробуем. Но внутри Йети что-то еще. Очень много кровавого пуха. Поглядите, просто очень много. И что-то еще. Посмотрите, я вижу, что там что-то торчит. Давайте достанем это. Это еще одна игрушка, ребята, поглядите. Еще одна игрушка. Это джойстик от Sony PlayStation, ребят, скорее всего. Да, он выглядит именно так. Эту игрушку должен получить был какой-то игрушечный мальчик. Скорее всего, ребята, возможно, это именно так. Эти игрушки придавали Йети, кукле Вуду, жизнь. Они были заговорены, наверное, на какое-то проклятие. Так, посмотрим, может быть, что-то еще есть в Йети, еще какая-то игрушка. Но нет, по-моему, ребята, больше ничего нет. Итак, друзья, мы с вами сделали обряд и сделали куклу Вуду на снежного человека Экзе. Обязательно подпишись на мой канал, спасибо за просмотр. Ну а сейчас один факт из моей личной жизни. Друзья, моему третьему ребеночку уже 13 недель, и скоро я отправлюсь на первый скрининг. В конце следующего видео я обязательно опубликую фотографии моего третьего малыша. Так что не пропусти и смотри до конца это видео. Спасибо, что был со мной. С вами была Королева Мистики. Всем пока!